завершает темперацию. Счет открыт. Пусть нас мало, но мы в тельняшках, да? О, неплохо. В четвертьфинале розыгрыша Кубка страны «Локомотив» побеждает «Динамо», а в полуфинале повержен «Спартак». В решающем матче турнира красно-зеленые вновь встречаются со своими земляками. На этот раз из футбольного клуба «Москва». Но было неожиданно увидеть столько народу. Так были, конечно, там места, как не заполнены трибуны, но в целом чаша была довольно-таки заполнено, и что самое приятное, наших болельщиков было очень много. К финальному матчу мы подошли в оптимальном, во-первых, состоянии. То есть мы уже наигрался состав. Ну, команда была в оптимальной форме, я так бы сказал. И плюс была уверенность такая в своих силах, уверенность в результате. И, например, плюс многие ребята, они еще не выигрывали ни кубок. То есть чемпионами становились, но кубок не выиграли. Поэтому для них это тоже был матч как бы жизни. Каждый хочет что-то выиграть. Для меня этот матч был как бы тоже уже не так много осталось это играть, поэтому хочется как можно больше выиграть. То есть сесть в последний вагончик. Кубок? Ну, это тот трофей, который еще не удавалось выигрывать. Ну, мне, по крайней мере. И многим ребятам в команде. И хотелось выиграть уже что-то в этом году. А то ли, так сказать, так сложилось, посещение обстоятельств, Москва тоже не была никогда в финале, никогда не завоевала кубок. И тут уже кто кого. Проблемы были, конечно, это жара, но она также была и для соперника. И плюс я считаю, что соперник против нас вышел какой-то подавленный, неуверенный в своих силах, поэтому мы создали очень много моментов, владели инициативой. Все, единственное, что где-то не везло. То, с чем мы столкнулись, это жара и невезение. По движению было видно, что некоторыми паузами играла команда. Но когда взрывались, тогда имели опасные моменты. Там и Иванович, и Сычев, Димка. То есть были контратаки со стороны Москвы, но они ничего не увенчались. В первом тайме, в принципе, вратарь у нас скучал. Да и второй, в принципе, там только в конце. Ну, когда не реализуешь столько моментов, всегда где-то подсознательно думаешь, что не забил ты, значит, сейчас может быть оборотка. Поэтому еще больше концентрируешься и как бы приходится проявлять какие-то характер. Фантастическое было просто невезение какое-то. Все настраивались, просто не могу, не шло и все. Я не могу ничем объяснить. Ощущения те, что не хотелось бить пенальти. И плюс было бы обидно, если бы в серии пенальти мы проиграли. Все-таки я считаю, мы достойны были этой победы, и мы ее получили. Получилось так, Стенка, Сычевым. Он прорвался по левому флангу, убежал от защитника, прострелил Гарри Конок, как положено, на центральном нападающем оказался в центре. И замкнул мяч, в принципе, без шансов для вратаря. То есть классическая атака, через фланг прострел, гол. Вот. И тогда уже эмоции были такие сумасшедшие. Побежали за ним на другую часть поля, трибуны туда. Вот, было здорово. Не помню, честно, кто пас дал. Пришлось совершить рывок почти от своей половины поля. Ну и прострелить вдоль ворота. Там Гарри был, поставил ногу. Вот и 10 итог.
как он написал потом, мой рывок это космос или что там в газете. Было смешно потом читать. Ну вот из космоса и взял, наверное. Последний кубок мы уже давно как не выигрывали. Последний раз 2001 год, правильно? Вот, поэтому этот кубок он нам должен был дать толчок. Очень сильно поменялась команда. Пришло много новых футболистов, поэтому это уже совсем другая команда, а не та, которая выиграла кубки. И я буду рад, если как бы и этому составу, этим ребятам, это тоже, кроме что Локомотив и кубковая команда, она еще и чемпионская команда. Радость безграничная, гордость. Хотелось очутиться на пьедестале этом, который там сооружали вот, быстро. Ну вот потом круг почета, вот этот был очень затяжной, наверное, минут 20 мы вышли. Вот. Ну и разбитый кубок уже в раздевалке, который, как казалось, потом, что он уже не раз ломался и просто, наверное, не выдержал тяжести шампанского, его никто не ронял, не бил. То, что я делаю, я посвящаю футболу, которому фанатически принадлежу. И вот ребята, с которыми я сегодня работаю, я им в первый день сказал, что я буду необыкновенно счастлив, если нам удастся добиться самых больших успехов. Счастлив за них. Самое главное, что мы выиграли, и что это был матч очень тяжело, поле было искусственное, была очень большая жара, но мы больше ожидали победу, и я очень доволен. Смешанные чувства, я очень устал, поэтому, наверное, чувства придут попозже. А сейчас очень рад за болельщиков, просто сумасшедшая была поддержка сегодня, честно, не ожидал, что придет так много народу, просто великолепно. Огромное спасибо им, что-то они сумасшедшие сегодня творили на трибунах. Завершает темперацию. Счет открыт. Пусть нас мало, но мы в тенях, неплохо.